Ребята, всем привет! С вами на канале Дед Мороз. Поздравляю вас с новым 2020 годом. Желаю всем вам счастья, гармонии и любви в новом году. Дедушка Мороз старенький, поэтому, извините, по бумажке подготовился. Любовь покрывает все, и любовь никогда не перестает. Искренне благодарю вас всех за подписку на мой канал и то высокое доверие, которое вы мне оказываете. Каналу всего один год, а нас с вами уже 5000, и с каждым днем нас все больше и больше. Мне очень приятно, что вы смотрите меня и пишете мне со всех уголков России и других стран. Отдельное большое спасибо за чистоту русского языка и неприятие бранных слов на нашем канале. За это низкий вам поклон. Благодарю всех покупателей со всех уголков страны и мира. Большое спасибо ребятам из Осетии, Чеченской Республики, Дагестана, Ингушетии и всем-всем с нашего Кавказа. Парни, вы красавчики! Благодарю Дальний Восток, Сибирь и Казань. Спасибо Северу России. Благодарю москвичей и моих подписчиков из Питера. Благодарю парней, работающих вахтой на нефтегазодобыче. Спасибо покупателям из Крыма. Привет и благодарность Республике Беларусь, Украине, Казахстану, Узбекистану, Кыргызстану, Таджикистану и Туркменистану. Вы все молодцы. Спасибо ребятам из Прибалтики и Восточной Европы. Привет Венгрии и Германии. Помню и уважаю вас, друзья. Мои поздравления нашим матерям и сестрам и всем женщинам. Оставайтесь красивыми, радуйте нас и берегите себя. Большое спасибо всем за ваши вопросы и доверие к моему каналу и лично ко мне. Если кого обидел в уходящем году, то прошу простить. Прошу вас делиться моими видео в социальных сетях и с вашими друзьями. Это очень помогает каналу в развитии. У меня много планов и много интересных тем о мире радиосвязи, и я хочу с вами на эти темы поговорить. Обязательно пишите ваши комментарии под видео, в которых задавайте вопросы и обсуждаете темы. Мне очень приятно, когда вы указываете мне на мои ошибки. Это очень помогает мне делать видео лучше. Пишите в комментариях ваши пожелания и расскажите мне, какие темы вам будут интересны. Давайте развиваться вместе. Я поделюсь своим опытом в радиосвязи с вами, а вы со мной поделитесь своими знаниями. Вместе мы сделаем контент лучше. Да, чуть не забыл. Дедушка Мороз в моем лице христианин. Поэтому я поздравляю всех христиан с Рождеством Христовым. Всех подписчиков и зрителей канала еще раз сердечно поздравляю с Новым годом. Пусть праздник принесет вашей семье много добра, радости и любви. Кто одинок, пусть обретет свою вторую половинку. А кто уже обрел семью, пусть увидит величайшую ценность этого союза. Деткам Дедушка Мороз желает много вкусняшек на праздничном столе и исполнения желаний, а взрослым желаю не унывать и идти по планете с гордо поднятой головой. Все проблемы пусть останутся в старом году. В Новый год идем со светлой душой и чистым сердцем. С Новым годом, друзья! Всех обнимаю! До новых встреч!